Уважаемые зрители нашего канала, добрый день. К огромному сожалению и печали миллионов поклонников по всей стране, сегодня скорбные новости из мира шоу-бизнеса, знаменитости и звезд, к огромному сожалению, продолжают приходить. Этой зимой мы все надеялись, что с приходом нового сезона нам перестанут приходить каждый день эти печальные вести об уходах звезд российской эстрады, но, к сожалению, это продолжается и сегодня, 2 марта. Стало известно о том, что навсегда ушел заслуженный артист России, известный артист и человек, который всю свою жизнь посвятил настоящему искусству. Навсегда ушел артист Большого театра и выдающийся педагог актерского мастерства Герман Борисович Ситников. Весть об уходе этого прекрасного артиста на 90-м году жизни рассказали его коллеги. Они же отмечают, что во время своей карьеры он виртуозно исполнял самые разные партии, характера и танцы. На него стремились быть похожими артисты по всему миру. И вот, к сожалению, такой печальный финал. Мы приносим искренние соболезнования. Здесь, на этом канале, каждый день мы рассказываем о новостях шоу-бизнеса. Не забывайте подписываться и берегите себя.